Ивановский профсоюз «Таксист» ширится такими темпами, что вскоре может захватить мир. В пятницу первичная организация была создана и в городе Тейково. Многие тейковские таксисты уже состоят в Ивановском отделении профсоюза. Зато теперь ездить в областной центр им не придется. Свои проблемы можно решать прямо на месте. Тейково не очень отличается от Иванова по уровню своих проблем. Вот именно то, что связано с таксистской работой, так скажем. Да? То есть, в принципе, здесь все то же самое, только немножко в других масштабах. Поэтому проблем у них действительно много. И я думаю, что профсоюзная организация здесь действительно необходима. На организационном собрании было выбрано руководство ячейки. Кандидатов таксисты предложили сами. Перевозчики надеются, создание местного отделения профсоюза побудит к легализации их коллег-бомбил. А легальным перевозчикам поможет в работе. Хоть какую-то защиту, даже вот в тех же мелочных вопросах, как говорится, где-то чем-то и больничные оплачивать, и где-то и помощь в каких-то юридических ситуациях. Если будет помощь, и даже любой будет такси знать, к кому обратиться, естественно, должно быть проще работать. Руководство регионального отделения таксиста планирует подарить тейковским коллегам компьютер с подключением к интернету. Ведь глава профсоюзной организации всегда должен быть в курсе последних событий. Неважно, из столицы он или из глубинки. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.